Ух ты ж, блин. Очень красивые глаза. Правда? Точно? Ты про глаза? Я отвечаю. Я туда же смотрю. Просто красавчик. Почему? Он опубликовал прикольную статью о толстых бабах. Я поугарал от души. Он оскорбил. Не, он сказал, что они похожи на биткоин. Как будто вы получаете толстую бабу, помещаете ее в тренажерный зал, и она улучшается. Такая пышка — это настоящая инвестиция. Ну реально. Вау. В нее надо инвестировать, как в биток в 2010 году. Забавный бразилец. Здорово, пацы, я Нина, и со мной здесь Шон Стрикланд, пацы. Шон Стрикланд. У меня нет микрофона, зато есть. Я чувствую себя как мой отец. Я брошу банку в оператора. Это чисто мои воспоминания. Слышь, кусок дерьма, поставь камеру правильно. Стыдоба, ёб твою мать. Поэтому ты не пьешь. Трудно тебе жилось. Какие шансы, что ты заплатишь во время этого интервью? А, да хер знает. Смотря насколько мы глубоко зайдем. Почему ты плачешь? Я просто попросил поделиться с Ньюсом. Я на самом деле мало плачу. Вот. Бывает там мультик какой посмотрю, про мамонтёнка. Или еще что. Ну ты нытик получается. Да блин, бывает такое. Ну а чё? Все мужики плачут на самом деле. У каждого свои места больные. Да. Вот тиммейта твоего убивают. Ты хочешь его спасти. Но он говорит тебе не надо, чтобы тебя спасти. Очень больно на душе после такого. Базарю. После такого я становлюсь сильнее. И могу ёбнуть вообще любого без понтов. Даже того типа. Чё скажешь про эту фотку? Ну, тут я типа крутой, поняла. На УБЖ так все фоткаются. Жиза. Ты самый дружелюбный сосед? Да, не, не очень. И финальное. Кто из вас с химиком опаснее выглядит на вашем постере? О, ща вспомню. Да, вроде я. Ща буду показывать тебе тёлок, а ты их оценишь. О, это моё. Ну, блин. Я вдул. Ты знаешь, кто это? Да, вроде у нее еще жопа огромная. Да, Ким Кардашьян. По жопе я узнал. Прикол. Ладно, дальше. Вообще хуй знает. Ты не знаешь, кто это? Так, ну это точно не Ким. Джорджа Сива. Точно, блин, Джорджа Сива. Нашла кого спрашивать. О, бляха. Девушка. Точно девушка. Топ ответ. Но это ты знаешь. Я помню, бля, как там ее гребаное имя. Ща, погодь, вспомню. Это Ханна Монтана. А как зовут актрису, я забыл. У нее еще трек популярный. Точняк, вспомнил, это Майли Сайрус. Не перебивай эту въебу. Короче, пац, это Майли Сайрус. На солевую похоже. Таких вокруг много. Вон там только что видел. Ух ты ж, блин. Очень красивые глаза. Правда? Точно? Ты про глаза? Я отвечаю. Я туда же смотрю. Дай совет для молодых скажу. Пацы, делайте так, как вы чувствуете. Никого не слушайте и просто делайте. Хорош. Грёбаные люди будут вас отговаривать от ваших мечт. Не слушайте их, бейте их. Все, вырубай.